такой чувак. Прикольно. И, конечно, кладбище самое лучшее место, чтобы начать видео. Всем привет! Всем привет из Новой Зеландии! Да, так давно хотелось эту фразу сказать. Мы уже неделю провели в Окленде, и настало время рассказать, почему же все-таки Новая Зеландия, и немножко расскажем, наверное, про нашу учебу. Да? Да, и сейчас мы идем по старому оклендскому кладбищу, поэтому... Поехали. Погнали. Извините, что мы так долго не выкладывали видео. Дело в том, что, конечно же, мы были заняты. Это новый город, и нам нужно сделать, переделать кучу дел. И плюс мы искали комнату, что оказалось не так-то просто в Окленде. Да, но мы нашли комнату в центре. Стоит она $300 в неделю. Комната, ну, нормальная. Потом покажем, как она выглядит, да. Сейчас мы, кстати, идем в Target, чтобы купить себе там... всякие простыни, подушки и все такое. И вот почему-то дорога проходит через местное кладбище. Жуткое старое кладбище. Да, не знаю, к чему это. Кстати, пару дней назад мы ходили на гору Иден. Гора Иден. Находится она в Окленде, где-то в 40 минутах от центра. И там просто обалденнейший вид открывается на город. Но по какой-то нелепой случайности кое-кто из нас случайно удалил все видео с камеры. Да, это был я. Но самые классные кадры с GoPro-шки, с дрона остались, поэтому пока мы идем, посмотрите буквально 3 минуты видео с горы Иден. Наслаждайтесь. Все, мы на самой-самой вершине. Это невысокой горы, с которой открывается просто шикарно вид на весь окон. Выше и не надо как бы. Какой сладкий забрался на верхушку. Привет! Ой, тягучий. Sorry. Там вот яхточки. Да, в общем, эта гора никакой сложности не заставляет. Это мы вначале там было пару резких подъемов. Ну, надо было поныть, чтобы... И мы запаниковали. Да, телевизор. Ну, а вообще, как бы, я смотрю, здесь и старики, и дети, и все. Яма. Написано не заходить в кратер. Поэтому я все-таки думаю, что здесь был вулкан, но я не уверена. Похоже на кратер. Денис пошел вперед, потому что мы будем еще раз запускать дрон с видом на центр, на Sky Tower и все небоскребы. Ну что, расскажи, почему в 26 лет мы снова оказались студентами? Да. Дело в том, что где-то год назад мы для себя решили, что мы хотим эмигрировать в англоговорящую страну и что мы не собираемся оставаться в Китае жить.
и мы долго выбирали, и, в общем, выбрали Новую Зеландию. И как бы, почему мы выбрали Новую Зеландию, ну, вы можете просто погуглить в интернете. Там. Да, тут даже не стоит об этом говорить, потому что Новая Зеландия всегда во всех топах по уровню жизни. Здесь классные люди живут, здесь обалденная погода, и, собственно, страна эта нам показалась идеальным вариантом. Когда мы определились со страной, мы начали смотреть, какие есть возможности туда эмигрировать. И для нас самым подходящим, ну и вообще самым, одним из самых успешных способов эмигрировать в Новую Зеландию, это эмиграция через учебу. Поэтому, та-дам! Да, мы студенты. А мы обратились в агентство, через которое я в свое время ездил в Америку. Оно находится в Владивостоке, называется «Экселент», кому интересно. Они нам подобрали хороший колледж, подобрали специальности для нас. Я выбрал IT, Саша выбрала hospitality. Вот. И когда мы уже должны были отсылать все наши документы на визу, в нашем колледже что-то слегка напортачили с Сашиными бумажками. Они думали, что я гражданка России, а для граждан России не нужно сдавать тест IELTS, чтобы получить визу. А потом внезапно они узнали, что я не гражданка России, и для меня нужен либо IELTS, либо закончить в начале английский курс в Новой Зеландии. Поэтому сейчас вот я должна месяц, перед тем, как я начну hospitality, ходить на английский курс. Ну, ничего страшного. Саша, по идее, должна через пару недель сдать экзамены. Вот это вот, типа подобие IELTS. Ну да, как бы экзамен я уже сдавала два раза, я оба раза прошла, но мне еще раз надо будет сдать его для иммиграции. И вот так вот. Ну, там ничего сложного на самом деле нет. Потом ей переделывают визу, ей сейчас дали на 4 месяца. Потом колледж сказал, что сами все переделают на студенческую годовую. И все должно быть, по идее, нормально. А так, учеба у нас начинается с 17 апреля. И учиться мы будем, по идее... У меня годовая программа, у Саши двухгодовая. И чем хороша учеба здесь, студенты могут работать 20 часов в неделю. Да. По идее, этих денег должно хватать, чтобы оплачивать себе жилье, ну и... расходы вообще всякие. Ну и в чем смысл этой иммиграции? Почему именно иммиграция через образование? Потому что когда вы заканчиваете свой курс, вам дается ровно год как бы визы в Новой Зеландии, и в течение этого года вы можете найти себе работодателя, который сделает вам рабочую визу, и потом вы уже можете подаваться на резидентство. Ну вот так это все в теории звучит, как да, это будет на практике. Так. Время покажет. Ну, а пока такие дела. Кладбище просто как какое-то произведение искусства, такое классное. Да, я обожаю такие старые кладбища. Слушай, ну расскажи немного тогда про свою, это, про курс английского. Ну да, про курс английского. В общем, я уже отучилась первую неделю. И учеба проходит с 9 до 3 дня. 4 раза в неделю, а в пятницу только с 9 до 12. И первую половину дня у нас преподает один учитель, вторую половину дня второй. А также есть одночасовой перерыв и два маленьких брейка в течение дня. С утра 20 минут и после обеда 10 минут. И на самом деле, несмотря на то, что я бы с удовольствием это время не тратила бы на английский, так как я уже прошла этот тест, сдала его. Но как-то, я не знаю, атмосфера вообще классная. Это не как у нас, ты приходишь на урок и учишься. И такие учителя какие-то хорошие. Один англичанин, другая из Ирана, по-моему, но она местная, Киви. И как-то все так классно проходит. Мы читаем журналы, там, слушаем песни, разбираем. В общем, мне нравится. А, еще расскажу, что в пятницу у вас там какие-то между собойчики происходят. Ну, каждую пятницу, да, до 12 мы учимся, а вот после обеда они организовывают какие-то походы либо в кино, либо на следующей неделе будет шопинг. В эту пятницу они организовали поездку на какой-то остров на пароме. Мы очень хотели пойти, но не смогли, так как у нас переезд был в другую. Да, именно сегодня переезд да. у нас. Так что вот так вот, все очень здорово, не напряжно, то есть это не такая учеба, как у нас, это совершенно другое. Ну, пока вот такие вот новости у нас, как только узнаем что-нибудь поинтереснее или куда-нибудь сходим, обязательно вам расскажем.
А пока не забудьте подписаться, что-нибудь напишите в комментарии и лайк поставьте. И увидимся очень скоро, стопудово на этой неделе. Пока!